Запись. Ну вот что можно купить в 2 юанике? В Китае. В Китае. Вот считайте, 20 рублей. Здесь вот десяток шаров, и сразу же, пожалуйста, тебе насос. То есть надуваешь его, и можно из этих шаров делать фигурки собачек, и, насколько я знаю, клоуны обычные делают. Ну, по крайней мере, детей развлечения. То есть 20 рублей. Да. Вот замечательная книжка. Смотрите, у меня я взяла здесь модели автомобилей. Сразу же уже, пожалуйста, тебе только выдавливай и собирай. Ну, ребенка... Там склеивается или просто вставляется? Нет, нет, склеивается. Склеивается. Пожалуйста, машина. Военная машина. Катер какой-то. Шаттл какой-то. Ракета, да. Военная машинка вот такая вот. Смотрите, сколько много. И всего этого удовольствия всего лишь 20 рублей на наши деньги. Где-то еще мне очень нравится скорая. О, для девочек машинка. Ну, то, что розовая, да? Медпомощь. 20 рублей всего лишь. Здесь вот динозаврики. Тоже та же система. Это тоже на этом картоне. Пожалуйста, динозаврики. Занимайся. Ребенок может и один заняться. Если маленький, можно с ним все сделать. Изучайте. Замечательные раскраски. Даже вот, мне нравится, когда у меня девочки маленькие были, анима была. Это диснеевская. А, это диснеевская взяла. Диснеевская. А вот анима. Очень популярна среди девчонок. Сразу же и... Помедленно. Посмотрите, где раскраточка. Вот, пожалуйста. С одной стороны картинка, а с другой стороны... Да, пожалуйста, контур, раскрашиваю. Угу. О, девчонки раньше у меня красили все время, когда Sailor Moon это было. Ну, по крайней мере, всего лишь за 20 рублей. Так, что еще интересное? Ну, а диснеевское что-то. Русалочка. Нет, это тоже вот аниме. Тоже аниме. Вот так. Замечательное. Там мальчишкам взяла. Ну, роботы, наверное. Роботы всякие. Ну, тоже интересно. Есть фантазия. Сам раскрашивает. Нет фантазии. Может подглядывать. На эталон. Ну, замечательное. Ну, и вот так вот воспитатели проводят свой отпуск. Отдохнула. Даже здесь про работу думаю. Да. Это вот тоже для мелкой моторики. Ребенок просто так работать не захочет. Ну, вот наклеивать вот такие стразики по номерам. Замечательно. Даже уговаривать не надо будет. И что получится? Ну, будет картинка со стразиках, но дело в том, что будут работать пальчики. Это, соответственно, гимнастика для пальчиков. Ну вот. Для мелкой моторики. Все, что ты сегодня купила, да? Ну, на сегодня это у нас все. Нет, еще там в этом... У руководителя у меня осталось. Я же... А, да, да, ты в номер попасть не могла, да? Да. А, понятно. Ну, вот как-то так. Будете в Мишане, обязательно посетите магазин 2 юаня. Воздействующие воспитатели и студенты. С чем мы откланиваемся?